нас сколько? Нас 7 человек. Сборная смельчаков Ярополка выдвинулась в купель. Но в этот раз мы не в Звенигород поедем, а под Холчевики. Потому что сегодня праздник. Всех с праздником, кстати. Вербное воскресенье. Народу там будет очень много, поэтому мы не протолкнемся. Приехали в Холчевики. Это не Звенигород. Здесь совершенно другая природа. Вот купель, да, она отличается существенно от Савино-Старожевского монастыря. Но мы туда не поехали сегодня, объясню, только из-за того, что там очень много народу. И вряд ли мы там бы... Ну, в общем, наша поездка бы точно задержалась. Ой, благодарю. Вы довольны? Да. Все, Георгий, лучше, чем в Звенигороде здесь? Да, намного. Да, сейчас посмотрим. Единственное, что тут столовки нет. В Звенигороде хоть да столовка. Да ладно. В общем, Ярополк с май, июнь, июль, август, ну и сентябрь будет выезжать именно сюда, в эту купель. Здесь народу достаточно не очень много. Вот. И место потрясающее. Наверное, знаете, мы сделаем каким образом. Будем приезжать, делать шашлыки где-то на час, играть в бадминтон и, соответственно, окунаться в купель. Когда начнутся дожди и зимнее время, естественно, это будет Савино-Старожевский монастырь в Звенигороде. А тут прям очень, очень, очень красиво.